это такое? Боюсь, это мой брат постучался в задние ворота. Они добыли достаточно руды, но пусть работают дальше. Что там в крепости? Они переплавляли руду и собирали то, что я им велел, но теперь они воюют против меня. Какие же они глупые. Еще немного, и я мог бы дать им неограниченную власть, но он выбрал вместо этого смерть. Так или иначе, все идет по моему сценарию. Теперь твой выход. Твоих сил должно хватить, чтобы уничтожить магическую печать на воротах крепости. Они возвращаются! Левиафан хочет нас отвлечь второй атакой и в это время беспрепятственно выбить ворота! Вам всем нужно вырваться из крепости и уходить. Я буду сражаться с Левиафаном один. Мы не оставим тебя. Я говорил, что вы должны выполнять мои приказы беспрекословно. Вы не представляете, насколько он силен. Вся семья в сборе. Только вот отец заперся. Я стучу, а он не открывает. Что с тобой стало? Со мной все хорошо. Только назойливый младший брат иногда докучает. Ну ладно, хватит разговоров. Я так понимаю, ты пришел помириться силой? Ты же не глуп и знаешь, кто победит. We'll be right back.
становится гораздо больше. Что же мне с ним делать? Не могу же я убить собственного брата? Хотя, почему не могу? Просто не хочу. Это сделаешь ты. Так, хватит геройствовать. Нужно спасти тех, кого можно спасти. Да, не оценил я его. Не думал, что он настолько силен. Но времени выиграл я достаточно. Еще пригодишься. Нужно догонять остальных. Надо ждать Морока или того, кто останется в живых. Давно не виделись. Ты знаешь, зачем я пришел. Я не отдам тебе корону. Я пришел не просить, а забрать то, что принадлежит мне. Thank you.
короля и воина. Не осталось и следа. Все сгнило изнутри. Я не отдам тебе корону. Зачем ты нас собрал? За что мы воюем? Чего хочет твой брат? Это очень долгая история. Ну, сейчас у нас как раз есть время. Можешь рассказать. Это очень давняя вражда. Левиафан и я давно следим друг за другом. Я узнал, что Левиафан собирает орудие. Орудие, которое должно пробить запечатанные ворота крепости. Я стал пытаться ему мешать. Мой брат, в свою очередь, начал собирать армию. Чтобы уравнять силы, я тоже стал собирать армию. А зачем Левиафану крепость и эти ворота? За этими воротами находится наш с ним отец. Отец владеет короной, и Левиафан хочет ее заполучить. Тогда почему мы ушли из крепости и оставили твоего отца и Левиафана? К сожалению, отца нельзя спасти, и моя задача была попасть в крепость раньше Левиафана, а затем выиграть время. Зачем? Когда отец еще был в здравом уме, он отдал мне часть короны и приказал ее спрятать в крепости. Левиафан об этом еще не знал.
И вот сейчас, когда мы опередили Левиафана, я взял часть короны и отдал ее механику и приказал отвезти в укромное место, где Левиафан не сможет ее найти и оставаться там, дожидаясь кого-нибудь из нас. А потом я всячески старался отвлечь внимание Левиафана, чтобы тот не заподозрил, что кто-то сбежал из крепости. Правда, я немного переусердствовал и чуть не погиб. А почему ты сказал, что твоего отца нельзя спасти? Давным-давно шла тяжелая война. Война, в которой король и двое его сыновей противостояли сущему злу. На стороне зла сражались элитные воины. Они подпитывались черной энергией этого зла, и их нельзя было победить. Тогда король пожертвовал своей душой, запечатав источник этого зла, и навсегда остался закон в цепях на месте старой реликвии. Король и двое сыновей, это вы с Левиафаном и ваш отец? Да, после этого воцарился настоящий хаос, который продолжается и по сей день. Отец за время своего заточения помутился рассудком, и проклятие сожрало его изнутри. Все, что так или иначе поддерживает его жизнь, это корона. Если Левиафану удастся забрать ее у отца, то он окончательно умрет. А кто такой Монс? Он, как и его брат, как и все остальные из лабиринта смерти, черные храмовники. Чем больше ты рассказываешь, тем больше вопросов. Кто такие черные храмовники? Что за лабиринт смерти? Что это? Отец пал в бою с Левиафаном. Thank you.